Уже 13-й раз подряд в Иркутской области проводится Всероссийский архитектурный фестиваль «Артбухта». В этом году конкурс собрал 20 сильнейших студенческих команд со всей страны. И, что наиболее почетно, гран-при, а также все 3 призовых места забрали наши земляки. Главная идея фестиваля – создать арт-объекты в заранее определенных условиях. Количество материалов ограничено, габариты четко определены. К тому же существуют привязки к конкретной территории, будь то парк или обычный двор. Итоговая цель – сделать пространство городских джунглей более интерактивным и живым. Победителем фестиваля в этот раз была признана иркутская команда «Т.Джи». Они представили на суд жюри необычный арт-объект под названием «Крылья Бахуса». Лучшие проекты фестиваля в скором времени займут свои места в общественных пространствах и дворах Иркутска.